Друзья, привет! Представляю вам видеообзор моих работ, которые я иногда выполняю на заказ и на продажу изделия из бисера. Вот такой вот чехол для ножниц маникюрных выполнен из бисера. На заказ второй раз как бы делаю я его. Вот такой хороший, красивый чехол для маникюрных ножниц. Сзади подкладка с фетра. Вот это кубик Рубик, для тех, кто помнит, что это такое из нашего детства, не только. Все его любят, кубик Рубик. Из бисера. Бисер очень яркий. Все 6 цветов, как и положено, в кубике Рубики. Это кубик. Вообще эти брелки предназначены для Наташа и Андрея, но посмотрим, кто что выберет. А эти брелки тоже на ключи из бисера. Они тяжеленькие, так же, как и кубик Рубик. Они, значит, это игральные кубики. Ну, на нарды, зарики, как мы еще называем. Посмотрите, тут яркий бисер розовый. На камере не видно просто. Черный объем и синий бисер матовый и золотой бисер. Смотрите, как красиво. Так что вот мои работы.